Важнейшая тема – тема отношений между мужчиной и женщиной. И сегодня в рамках нашего обучения мы впервые будем вести этот вебинар вдвоем вместе с моей замечательной супругой Анной. И то, о чем мы с вами будем сегодня говорить, является не просто теорией, является еще и практикой. Этим знанием не учат, не обучают этим знаниям даже на курсах, которые могли бы быть организованы в отделах регистрации записи акта гражданского состояния в ЗАГСах. Но такова на сегодняшний день действительность. И как здорово, что у нас есть возможность делиться этими великими знаниями, потому что именно эти знания и помогают, практически помогают создавать гармоничные отношения. Ну, в любом случае, у нас уже есть возможности, у нас есть знания. Мне лично очень сильно повезло, потому что я этот курс прошла раньше, и мы с вами абсолютно одинаковы. Мы с вами сейчас имеем возможность получить эти знания. То есть я точно такая же, как и вы, ничем абсолютно не отличаюсь. Была куча проблем, которые разрешились благодаря этим знаниям. Вы просто эти знания узнаете, ну, чуть позже, чем я. Вы можете также сказать, да, это все ерунда, и прийти через 10 лет к этим знаниям. Задумайтесь, хотите ли вы еще 20 или 30 лет, может быть, кто-то 3 года, может быть, несколько месяцев, умножить еще на столько же и прожить в этом состоянии? Или все-таки вы хотите все изменить? Если да, я вас приглашаю, даю вам руку помощи. Приходите на обучение, обучайтесь, получайте эти знания, наполняйтесь этими знаниями. И благодаря тому, что вы будете иметь особый алгоритм, знания особой важности, вы сможете разрешить проблемы в любом направлении. И у вас будет гармония во всех сферах вашей жизни. Поэтому самое главное, нужно понять, кто есть мы на самом деле, куда нам дальше идти, какое наше истинное предназначение. Об этом мы будем говорить с вами уже в следующую встречу. И будете определять цифры, определять, к какому психотипу вы подходите. Будем говорить о совместимости психотипов, если женщина выше стоит, а мужчина ниже, что делать, или наоборот. Все это уже в дальнейших наших встречах. Но следующая встреча даст более четкое понимание границ, сильных, слабых сторон, как их корректировать и ключи к взаимодействию с теми людьми, которые вас окружают, в особенности ваших близких.